как намного чаще торпедовцы стали играть в зоне Слована. Плотный бросок от синей линии. Галузин подбирает шайбу. Хороший перевод, бросок, и шайба в сетке оказывается. А вот этот бросок Петерсона, о котором я говорил, резкий щелчок, и сейчас он этим показал, и не успел там Паге переместиться, и шайба прошла. Петерсон поехал принимать поздравления, но тут здорово разорвали голкипера Слована, что и говорит, быстрая передача от Галузина, и бросок в касание, тут среагировал или нет.